Всем привет! Доброе утро! Сегодня у нас на календаре суббота. Я вышла на фотосессию осень. И уже октябрь. Уже октябрь, вот. Как вам мой макияж? Помада? Котенок, выходи ты там, где Привет! Дождик капает. Да. Мы все фоткались, перефоткались во всем лесу уже. Да. Уже даже наши погуляли. Дождик капает. Сейчас маковка это идет. Скажите, пожалуйста, мне, как вам цвет картинки стал на этой камере? Мне очень интересно будет узнать, четче или нет. Не, ну по четкости она должна быть нормально. Я имею в виду по цветокоррекции, вот. По цвету. Красивые эти листочки я беру с собой домой. Поставлю, будет стоять у меня красиво. Что там молчишь-то? Давай. Что? Рассказывай. Что? Что ты как первый раз, как будто видишь камеру? Я давно не снимался. Разучился. Я тоже давно не снимался. Что теперь? Как выключить-то? Развернуть, повернуть и выключить. Помыл, значит, посудку сегодня и приготовил мишельку с яйцом. Скоро будем кушать, ужинать. Так что присоединяйтесь. Я еще думаю, что еще приготовить на завтра. На завтрак, на обед. Вообще не знаю, в последнее время что-то такие трудности с готовками. Сегодня, кстати, гуляли, когда по парку обсуждали мы, когда можно собирать листочки, гербарий составлять. Я вот в школе собирал много-много, я помню, красные, желтенькие, разные личные виды береза, всякие-всякие шишки собирали, было классно. У нас на улице, так сказать, свежо. Все, ждали дождик. Утром ждали солнышко, потом ждали дождик. Он прокапал, потом светило солнышко, вот сейчас уже ветерок дует. И там строят нас. Все, не могут построить. Там уже выкосили. Вот здесь местечко выкосили. Там уже тротуар делают. Здесь видно, сейчас ближе. Так в целом. Потихоньку строительство идет. Ну, сейчас, наверное, внутри большинство строят. Крышу уже сделали. Никого нету. Все отдыхают. Уже. Темнеет нас около уже 6-7 часов темно. Всем, наверное, не 6, всем. Так что там еще транспорт стоит. Сейчас, наверное, пойду поиграю в Сонечку. Давно не играл в Сонечку. Прохожу новую часть Assassin's Creed. Короче, в Египте, не знаю, как она называется. Ну, что-то, конечно, пока не по душе мне. Там где-то бои слишком жесткие какие-то. И такие звуки бух-бух. Ну, попробую поиграть там. Не знаю, зайдет, не зайдет. А до этого, которую часть играл, Синдикат, прошел всю, прям вообще вот такая часть. Прямо такая сочная. Сюжет такой интересный. А вот Египет пока не заходит почему-то. Мы вышли погулять, сходить за сырком в магазин и с маковкой погулять. У нас погуляйте. Такой ветер. А, сейчас уже. Она уже, да, здесь гадит. Да, ладно, мы будем писать. Вода не... Сегодня маленько в другую сторону пошли. Направо, не налево. Хоть что-то вот. Изменится в нашей жизни. Да, то что-то засиделись, я заигрался.
поужинал вермишельку. Ой, как темно. А теперь пошли гулять. Проходят. Мы тут идем и решили мороженку взять. Я вот такую, Гавриловка. Покажи нам в последнее время, вот такое нравится мороженое. Очень вкусно. Она рожок взяла. Блин. И сыр купили мы. Вот уже Новый год. Да, там у кого-то Новый год уже. Вкусно. Вот мы пришли посмотреть, как отремонтировать. Здесь было вообще грязно и ужасно. Тут вот травку посеяли, мостик сделали, асфальтик, бордюрчик. Было вообще ужасно. Все разбито, грязь, ржавчина, гаражи какие-то. Сейчас нормально, красиво.